Да, я тебя понял. Я могу привести простой пример. Вот в моем кругу, да, в кругу кинобизнеса, у меня очень много друзей, которые уехали в Америку. Возьмем Олега Токтарова, возьмем Игоря Жижикина, да и многих еще там товарищей, которые туда уезжают. Но я тебе скажу, что сейчас они совершенно по-другому реагируют и смотрят, потому что отношение к ним там абсолютно сейчас уже стало негативное. И я не поверю, чтобы у нас люди сейчас уезжали оттоком, безумным оттоком. Ничего подобного. Если вы хотите получить реабилитацию, я опять же говорю, для толстосумов, для наших, ну, тех людей, которые, знаете, у которых производство все находится за границей, в Европе. Ребята, пожалуйста, мы вам сделаем все условия. Они уже и сделаны все условия для бизнеса. Сделайте здесь, занимайтесь бизнесом здесь. Будьте вы патриотами своей страны. Ну будьте, не надо покупать эти клубы европейские, американские, итальянские, английские. Не надо покупать эти формулы те. Вы делайте у себя. У нас многонациональная огромная страна, у нас ресурсов полно. Правильно нужно вкладывать деньги. Нужно верить в свой потенциал, в своих людей, по крайней мере, в свое правительство. Знаешь, как говорят, надо надеяться на себя. Вот вы надеетесь на себя и поверьте, что у нас все будет хорошо.